Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка. В соцсетях и в GTA-комьюнити ширится информация, то что Спутник сделал что-то невероятное. Сделал какой-то левел, который сейчас всех поставил на уши. Который перевернул все GTA-сообщество и комьюнити. Просочилась информация о том, то что удалили Geometry Dash с Play Market из-за того, что на протяжении 6 лет вроде бы не было никаких обновлений. И чтобы ее вернули туда, надо выпустить новое обновление, а именно 2.2. Ну что ж, ребят, я думаю, то, что этот видеоролик будет интересен. Левел называется ВАД, либо же что. Вот, мне его прислал мой подписчик Мирич через донатик, за что ему огромное спасибо. Давайте посмотрим, ребят. Еще Мирич подчеркнул, как он, Спутник, это сделал. А что же он сделал? Кто помнит, был такой уровень, называется Вов, ребята. Вот эта отсылка на него идет. Ну, кстати, получается очень даже хорошо. А ну-ка. Давай. 30 секунд. Чего? Ты что, угораешь надо мной, что ли? Ё-моё. Я не верю своим глазам. Чё это такое? Как оно сюда вообще попало? Как он это влепил сюда? Чего, блин? Чё-то я на секундочку офигел и остановился. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного видеоролика? Видеоролик получился прикольный, интересный и очень даже неожиданный. Спутник сделал то, что почти никто не делал в Geometry Dash, а то ли вообще не делал, да? И вряд ли сможет сделать. Как он это построил, я вообще не понимаю. Такие уровни очень тяжело делать, даже очень тяжело. Если у вас есть какая-то информация, либо мнение, напишите, пожалуйста, в комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами, как всегда, был Сладкоежка. Всем желаю добра, бобра. Это было шикарно. Всем удачи и всем пока-пока.